Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! Ты послал нас в эту тьму, в это ущелье греха, где люди занимаются самыми безумными делами, чтобы им рассказать о Тебе, Христос Бог. Ибо никакой прелюбодей, пьяница, злодей, табакур, наркоман не увидит Царствие Божие, ибо они разрушают тело свое, которое названо храмом Божьим. Господи, приди к изнемогающим, коснись их сердца, привлеки их к себе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, аллилуйя. Благодарим Тебя, мой Господь, слава Тебе, милосердный Создатель, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, Спаситель наш Господь Христос. Прибуди с нами, Господи, и благослови нас, и возвести этим людям, находящимся здесь во тьме, истину Твою, что никакой прелюбодей, блудник, пьяница, сквернослов, табакур и наркоман Царствие Божие не увидит, но будут брошены в огонь вечный вместе с дьяволом. Откроем глаза, дай веру. Помилуй, Господи, помилуй это творение Твое. Дьявол увел их от Тебя. Они не знают Твоего голоса и не идут за пастырем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш. Мы благодарим Тебя, мы благовествуем всем, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа на крестное страдание, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Бог, Отец, не послал Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Суд же наступит после того, как мировая история закончится, и все мертвые воскреснут и предстанут на судилище Божие, где каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в этом теле, доброе или худое. Ибо делающий доброе идет к свету, дабы явны были дела его. А делающий злое не идет к свету, дабы не обнаружились дела его. Господи Боже наш, слава Тебе за Святую Библию, за откровение, которое Ты даешь. Ибо ангел посреди неба нес вечное Евангелие, призывая к покаянию нас всех. Благодарим Тебя, Боже, за Твое долготерпение, за милость Твою. Господи, даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И пощади детей Сирии в таком бедственном положении. Окажи им помощь благовременную. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе. Ибо в аду не будет ни одной капли влаги. И как люди будут жалеть, что не примирились с Тобою. Пощади нас, помилуй, Владыка. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко родилась и Христа спаса, Избавителя душам нашему. Аллилуйя! Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Аллилуйя! Благословенны уши, которые слышат слово благовестия. Слава Тебе! Господи, пошли Твоих проповедников, миссионеров по всему миру, дабы узнали о любви Твоей. Коснись их сердец. Слава Тебе! Благословенный и дивный Господь! Аллилуйя! Ты позволил нам опуститься в это ущелье на дно бездны тьмы,
сколько здесь дурного. Расскажи им, никакие прелюбодеи, блудники, пьяницы, злоречивые, табакуры, наркоманы, Царствие Божие не наследуют, но будут после смерти брошены в озеро огненное вместе с сатаною. И мучением конца никогда не будет. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Будь милостив к нам, Владыка, спаси нас и сохрани. Благодарим Тебя, наш Господь. Слава Твоя велика. Господи Боже наш, слава Тебе. Псалом 54. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня, я стенаю в горести моей и смущаюсь. От голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, раздели языки их. Ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его. Злодеяние и бедствие посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною. От него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущие, потому что нет в них перемены, а они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не изведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель, слава Тебе. Ибо Ты предупреждаешь человека, что он взял глазную мазь от Тебя и взял чистую одежду, дабы не видели его голое тело и срамоту. Пощади нас, Господи, помилуй нас. Милости Твоей, Господи, полна земля. Слава Тебе! Ты велик и дивен, Господи. Благодарю Тебя. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты предупреждаешь Духом Святым, что никакой развратник, никакой прелюбодей, пьяница Царствие Божие не наследует. А человек отравляет тело свое, названное храмом, табаком, наркотиками, пьянством. И таких участь в озере огненном вместе с сатаною. Господи, помоги ему веровать в Тебя, ибо сам человек не может отстать от этого негодного. Только Ты поможешь. Ты всемогущий и близкий. Ты сказал, воззови ко мне. Я услышу Тебя и поддержу Тебя и спасу Тебя. Хвала Тебе, Господи. Слава Тебе за пророчество Святой Библии,
что ты грядешь на облаках с силой и славой великою. Земля содрогнется и отдаст мертвецов своих, и будет страшный последний суд. И перед престолом потечет огненная река, и каждый должен пройти через нее. Праведник выйдет просвещенный, как золото в горниле, а грешник выйдет, как головня обгорелая. Единой капли не будет. Поэтому так люди сегодня страдают от жажды, не зная, что ждет их. Помилуй, Боже, благослови. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Хвала тебе, наш Спаситель. Аллилуйя. Прости и помилуй, Владыка. К тебе мы прибегаем и просим помощи твоей, Господь Христос. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. На тебя уповает душа моя, и помилуй меня. Хвала тебе, наш Господь. Слава тебе, милосердный Создатель. Пощади, Господи, наследие твое. И обрати еще многих, дабы слово твое достигло их. Ибо никакой прелюбодей, пьяница не может послушать Царство Божие. Тебе, Боже, слава, единому вечному Богу и судьи всех, судящим праведно. Ибо при последней турбе архангела содрогнется земля, и мертвые воскреснут прежде, а тогда и оставшиеся в живых будут восхищены тебе встретить, Господи. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Господи, прости и помилуй. Господи, хвала тебе, честь и поклонение, слава и благодарение за все твои милости и щедроты. Аллилуйя! Благодарю тебя, Господи, за сей день, ибо ты насытил нас земными твоими благами. Не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди учеников твоих пришелось и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аллилуйя. Господи, благослови патриарха, епископов, священников, избавь их от сребролюбия, дабы жили на святую десятину. И не было симонии, не извращали таинства, чтобы крестились с полным погружением, научив человека. Господи, да воссияет православная церковь, как город на вершине горы, сияющий всеми огнями святости. Помилуй, Господи, пренебрегаемого отца Владимира и Сан-Андрея, защити их по воле Твоей. И осужденного Глеба мы не знаем, справедливо ли, не дай ему отчаяться умереть. Прости меня грешного и помилуй, Господи. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила Иси Христа Спаса Избавителя душам нашим. Аллилуйя! Господи, мы молим Тебя, пошли Твоих благовестников, миссионеров, чтобы возвестили о любви Твоей к роду человеческому. Пошли к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и коснись сердца начальствующих, ибо с начальствующих будет строгое взыскание на суде Божием. Дай им страх Твой святой, и через них сотвори благое церкви Твоей святой православной, и сохрани их от покушения. Дай им веру Твою, коснись сердца Владимира, Димитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Элдогена и Амана. Жалься над наследием Твоим, Господи. Мы пришли в это место, где сегодня находимся. Это глубокое ущелье тьмы, которое видел Пахомий Великий. И откроем истину Твою, Владыка.
дабы по слову Твоему они нашли Тебя. Ты возлюбил весь мир, Господи, так, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа через распятие, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ты предупредил нас, Господи, через апостола Павла, что всем нам надлежит предстать на судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что делали мы, доброе или худое, живя в этом теле. Аллилуйя! И делающий доброе идет к свету, дабы явно были дела его, а неверующие не увидят света, но гнев Божий пребывает на них. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, слава Тебе! Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Нет иного Бога, кроме Тебя, Спаситель наш Иисус Христос, который будет судить этот мир в конце его истории. И с чем мы предстанем пред Тобою, Господи? Благослови нас, исцели от всего, что не славит Тебя. Аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, мы вместе с Давидом можем сказать, враги отступают назад и падают, видя крестное знамение. И никакие миллиарды населения не устоят перед силой креста Твоего, честного и животворящего. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты, Господи, единый, грядущий судить этот мир грешный и прелюбодейный. Никакой блудник, никакой табакур, пьяница, вор и разбойник в Царствие Божие не войдет, но будет брошен в озеро огненное вместе с сатаною и ангелами его, и будет мучиться бесконечно во веки вечные. А верующий в Сына Божия Иисуса Христа наследует Царство Отца Своего. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Христе Божий наш! Яко насытилось и нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси. Мир дая им, приди к нам и спаси нас. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Коснись эти детские души, не дай им погибнуть. То, что они видят у взрослых. Помилуй нас, Господи! Чтобы они в Тебе искали пример, Иисус Христос. Ибо Ты умер за грехи всех людей по Писанию. И сказал, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий вместе с дьяволом будет брошен в озеро огненное после смерти. И никогда оттуда не выйдут. Будут вечно гореть в огне, не умирая. Коснись сердца людей, которые не знают Тебя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, честь, поклонение, слава и благодарение. Блажен человек, который от утробы матери знает Тебя, кого крестили его родители и дали ему знать закон Твой, божественный, чудный. Приготовь людей к этому великому посту. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе. Аллилуйя. Боже, прости меня грешного, благослови народ Твой и пошли добрых свидетелей Твоих, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, дабы все узнали любовь Твою безмерную. Ибо не вечно Богу быть пренебрегаемым, ибо грядет Господь на облаках воздать каждому по делам Его. Земля вострепещет, и исчезнет все, что есть, и сгорит земля и все на ней, и третья часть человечества. Но когда Господь придет на суд, вострепещут самые сильные, и как ничто окажутся перед Тобою, Господи,
и защиты нигде нет. Защита только Ты, Иисус, умерший за грехи наши по Писанию. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки вечные. Аминь. 41-й псалом. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминаю.